Долгожданный троллейбус класс Е183А1. Это из Львовского завода. Это ЛАЗ. Салон обычный. Прикладываем карточку, и мы поедем. Вот все, кто любители троллейбуса в Севастополе, все ждут, когда вернется ЛАЗ. Но только эксплуатируется 1048. Здравствуйте, приложил картой. Приложили, да? Да. А вы приложили карточку? Да. Хорошо. Это проспект Героя Сталинграда. Проспект Героя Сталинграда. Задняя дверь тоже открывается. Обещают выпустить 6 троллейбусов ЛАЗов, которые они уже целый месяц они уже там отдохнули.